теперь я вам покажу эксклюзивные кадры, которые вчера вечером слили в сеть. Кое-что я спойлернул в Телеграме, а кое-что оставил для этого видоса. Потому что, когда это увидел я, у меня сразу на несколько седых волос стало больше. Эти кадры еще не видел никто. И это еще не все. Он демонстративно, ребята, слил мой дигл за 0.03. Терс хочет отклеить кул-скулы с моего дигла. Ребят, ну что, готовы? У меня для вас есть две новости. Одна очень хорошая, которая мне пипец как подняла настроение, которая меня очень сильно обрадовала, взбодрила и замотивировала. Ребят, она просто офигенная. И есть вторая новость. Она немножко пугающая, и я немножко волнуюсь, и она, скорее всего, плохая новость. Но давайте по порядку, давайте с хорошей новости. Хорошая новость в том, ребят, заключается, что Терс вчера вышел на связь, и он немножко внес ясности по диглу, потому что было непонятно, зачем Терс выкупил дигл за лям, помните, да? Я захожу в историю. Когда я зашел в историю, я увидел скам-дов. Я сразу понял, что это выкупил Терс. Я в тот момент был шокирован, я не понимал, что происходит и для чего он это сделал. Я думал, что он собирает себе супер дорогой инвентарь в стендов 2. Кстати, я такой вариант не исключаю, это, возможно, вторая новость. Но погодите, это я уже забегаю наперед. Он вчера вышел на связь, и он сказал мне, что он готов мне вернуть будет дигл. Я пипец как вчера обрадовался, и я начинаю понимать, что Терс задумал, что он хочет сделать и к чему он это все замышлял. Я вам сейчас расскажу и покажу. Но для начала посмотрите отрывок со стрима, чтобы вы понимали, что вчера происходило на стриме. Ребята, вчера на стриме на пике онлайн был 20 тысяч человек. Мы набрали 30 тысяч лайков на этом стриме. Огромное вам спасибо, ребяточки. Я вас очень сильно люблю. Я попрошу вас на этом видосе тоже поставить лайк. Нажмите, пожалуйста, кнопочку подписаться, потому что кое-что вас ждет нереально имбовое. Обязательно смотри ролик до конца, не перематывай. Приятного просмотра. Какая месть, братан! Какая месть! Брат! Брат! Вот твой реалган! Вот твой калаш целостности и сохранности! Я их помыл, наполировал, прочистил, брелочек повесил. Все с ними нормально, братик! Я надеюсь, у тебя такое же бережное отношение к моему диглу. Но если вдруг хоть что-то, хоть волосинка с моего дигла упадет, я за себя не ручаюсь. Я за себя не ручаюсь. Я такую буду грязь делать, что тебе не понравится. Братик, пожалуйста, не шути. Смотри. Скамдов приобрел этот предмет у Капс Арена. В смысле? Скамдов приобрел этот у Капс Арена. Что? Ты че, меня троллишь? У меня сейчас взорвется мозг! Смотри, Капс Арена слил кому-то за 0.03. Он, наверное, тебе хотел слить, типа, чтобы ты открыл на стриме, вдруг там выпал бы олдскул. Так по фулу слей им. Он за 7499, по фулу им в партии. Ой, пускай, да, реал. По фулу в партии им, и все нормально будет. Да, ты можешь свой... О, скамдов выстрел, покупай. Стоп. Он выстрел нормально. Отлично, отлично. Капс-арена. Я продал. Купил, я купил у Терса за 6700 трингет. Ребяточки. Это его, бро, это его аккаунт. Ля, он еще выставил. Ля-ля. А чел покупает. Что, еще покупать у него или что? В смысле, я сейчас поставлю под запрос у него. Я поставил под запрос. У меня два! Терсик! Не, там не мой запрос стоит. Вот это сейчас не мой запрос стоит. Там уже чел поставил, это не мой запрос. Все, я не смогу поставить. О, смотри, Терс слил еще. Он никому слил. Вот это мой запрос. Три стикер-пака моих. Опять. О, Капсарина мне по фулу слил тоже. Это фейк. О! Это фейк. Вот не настоящий. О, все, мои запросы закончились. Плюс 6 стикер-паков. Писял. Ну что, бустим голдскульчик, бустим родной, бустим второй. Ребяточки, готовы? Сейчас очень много наклеек, которые могут окупить. Фиды, харикосты, девилиши. Очки везения, важный момент, поехали. Раз, два, три. Блин! Брат, сейчас будет стрим сразу. Хитман, иди в пень со своим донатом, ты заруинил только что девилиш. Поехали, открываю. Пау!
Let's go, Magikarp, гос на базу. Снотик, выпал Снотик. Писец просто. Он его отменил, я не могу налюбоваться им. Я так скучаю за ним, Ребзики. Вы не представляете, я так хочу его увидеть обратно у себя. Я его так не ценил. Я реально, когда он был у меня на аккаунте, я такой, блин, ну дигл и дигл. Уже, а сейчас я так за ним скучаю. Хватит у тебя яиц не убирать его 24 часа с рынка. Даже не сутки, 5 часов. 5 часов? Ага. Не хватит. Ага, не хватило, да, яиц? О, пацаны, он меня приглашает в лобешник. Он меня в лобешник приглашает. Братик, умоляю. Скажи, что ты хочешь за дигл? Да ну блин, глянь, людей, сейчас он ММ-ку еще запустит, вообще будет караул. Вернуть малого будет не так просто, но шанс будет. Он говорит, что у меня будет шанс его вернуть! Прикиньте, Тер сказал, что у меня будет шанс его вернуть! Его невозможно будет вернуть за голду. Ты шо, гонишь? В смысле? А за что тогда? Через пару дней на моем новом канале выйдет ролик, расскажу. На каком канале? Где найти? Подпишись, чтобы не пропустить. Давай. Он говорит, что может вернуть мне дигл, но не за голду. Говорит, что у него на канале выйдет видос, типа, с какими-то челленджами. И чтобы выпал голдскул, надо всем дружно сейчас нажать кнопку подписаться и кнопочку колокольчик. Голдскул выпади. Открываю. Поехали. Let's go. Ребята, на сайте вышла обнова, в которой добавили новый режим морской бой. Просто угадывай расположение вражеских кораблей и лутай голду. К слову, в этот режим можно играть даже со своим другом. А еще Стэнфейл запустил битву сторон. Играйте на сайте, собирайте очки и приводи команду к победе. А по окончанию победившая сторона получит сочнейшие призы. Заходи во вкладку бонусы и скорее вводи мой секретный код, чтобы залутать голду и пополнить инвентарь топовыми скинами. И не забудь забрать плюс 15% к зачислению по этому промо. Бонусы никогда не бывают лишними. Дружище, тебя уже ждут на Стэндфейл, ссылка в закрепленном комментарии. Я удалились там поставлю на фит. Ёб туда, я не... там... У нас еще 3 пака. Так, Терсик, готовься. Я готовься. Ну, где? И найди хорошего психолога. Возможно, только тебе он поможет восстановить психику после всего, что тебя ждет. Жди ролик, выбор в любом случае. Да ссылку дай! А, вот! Вот ссылка, вот есть так. Ссылка. Я такой грязи еще не видел. Готовы? Я покажу вам сейчас ссылку. Терс, по-твоему, это серьезно? Вы посмотри на это. Это реально ссылка, которую он мне скинул, я вам клянусь. Это охренеть! Посмотрим. Это охренеть! Это канал, на который надо подписаться, пацаны. Там, выйдет... там сразу 1230. Я представляю, что будет... Брат, а когда выйдет видос? Подожди. Бро, стой. А когда видос? 3000. Бро, стой, а когда видос? Готовьтесь, будет весело. До скорого. Ебать, Терс, что ты задумал? Пацаны, прикиньте, Терс челленджи какие-то будет делать. Ну мне ж будет в течение нескольких дней. Я бы на твоем месте игнорировал бы все ролики, которые будут выходить на этом канале. Подожди, стоп. В смысле игнорить ролики? Это уже и задание? Вдруг не справишься? Я очень надеюсь. А, все, да. А, лол. Не справишься. А, бро, без приколов. Скажи, со мной 6 миллионов человек, которые будут мне помогать. Бро, без приколов, я жду. жду, бро, очень. Ну, что это за зомби? Вот это, какой, вот этого хочешь выбить? Он недорогой, Данечка, вот такого надо выбить. Не нравится? Давай, Данечка, если ты сейчас выбьешь голдскул, это легенда будет. Открывай, сынок. Ну, молимся. Голдскул! Пацаны! Ёпту! Что? Два пролетело голдскула, ты видел? Я и хочу еще открыть. Даня, ты загадал то, что выпало. Можешь загадать еще только голдскул? Хочу вот это. Все, давай, солнышко, открывай. Там что-то прокрутило. Панишер пролетел. Пипец. Так, хорошо. Блин, вот здесь шансы именно стикеры вот этих паках, они какие-то низерные. Вот. Фух, пожалуйста, полетели. Пожалуйста. Умоляю. Пролетел вначале. Харикос, стоп! Стой! Да! Это Око, 8000 голды. Да, ебва. Да. Раз, два, три. Боже, давай, голдскульчик, выпади, давай, родненький. О май гад, чуть-чуть не фартануло. А еще, ребят, посмотрите вот сюда.
На рынке один Gold School, видите? Мой запрос стоял 109 тысяч, сейчас запрос 125. И постоянно меня кто-то перебивает. Кто может на такую сумму голды меня перебивать? Ну, я думаю, вы догадываетесь, да? Что я намекаю на Терса. Он просто хочет убрать голдскулы с моего дигла и не дать мне купить голдскулы на новый дигл. И вчера на стриме Терс не просто так сливал стикерпаки, потому что он их очень и очень много закупил. И я очень переживаю то, что Терс хочет специально выкупить все хэллоуин стикерпаки, чтобы я не смог выбить себе в будущем голдскулы. Ну что, ребяточки, а теперь переходим ко второй новости. Вы посмотрели сейчас отрывок со стрима. Это было нереально круто, это было нереально хайпово, это просто был трэш. Мы с вами вчера открыли 6 стикерпаков, ребята, на сумму почти 60 тысяч голды, потому что сейчас стикерпаки по 10 тысяч голды. Ну, приблизительно, да? Это было очень дорого, мы не в окупе, я продал много дешевых наклеек, и у меня остались 2 наклейки, вроде как, которые меня окупают. Сноты на рынке сейчас по 6400, но в целом я пока их продавать не буду, подержу, они, скорее всего, будут дорожать, пока не время. И харикосты тоже, ребята, сейчас по 8000, запрос 7700. Тоже пока не буду торопиться, возможно, дособеру 3 харика, и мне эта наклейка очень нравится, возможно, я себе соберу какую-то пушку с харикостами. Но вторая новость, которая является пугающей и плохой для меня касаемо дигла. Во-первых, я говорил вам, что я реально готов выкупить свой дигл за лям, если его Терс выставит. Я вчера его байтил на это, чтобы он его выставил и не убирал в течение 24 часов. Я бы успел за это время реально накопить голды, собрать все, что у меня есть, и просто забрать свой дигл. Вы просто не представляете, насколько дорог мне мой дигл. Да, сейчас Котя выставила свой дигл на рынок, который с диглмастерами. В принципе, вы сейчас скажете: «Холдик, так вот, покупай!» Но вы, скорее всего, не замечаете разницы между этим диглом и вот этим. Ценность этого дигла не в том, что он редко падает, в этом, кстати, тоже, а в том, что голдскулов на рынке больше нет. Еще раз на этом делаю акцент. Потому что, ребята, я все голдскулы, которые были на рынке, все выкупил. Даже у китайцев их нет. Осталось, может быть, 2, максимум 3, и они не продаются. Ну, разве что за 800 тысяч. А на моем дигле 4 голдскула. Именно поэтому я готов его забрать обратно за лям. Но Терс сказал, что голда его не интересует. И я, ребята, начинаю понимать, для чего это все Терс делает. Скорее всего, он готовит что-то масштабное, и для этого ему надо максимально привлечь внимание. Но, ребята, он создал пустой канал. Он удалил все свои видео, все свои стримы, все свои прошлые каналы. Для чего? Зачем он создал новый канал? Что он задумал? Зачем ему это? Он даже его не пиарил нигде. Он просто мне его скинул, и мы вчера на стриме 7000 подписчиков ему сделали. И он мне сказал, что здесь выйдет видео, вот буквально на днях, с видеоинструкцией о том, что мне надо сделать, чтобы получить свой дигл обратно. Если что, я с нетерпением жду этот видос. Я себе на уведомление поставил этот канал, чтобы не пропустить. Я не знаю, я жду этот видос больше, чем свой день рождения, реально. Просто Терс насколько заварил каши, что все сейчас ждут от него какого-то ответа. Я вот больше всего переживал, что Терс уйдет в анонимность и просто не будет выходить на связь. Удалить себя полностью из соцсетей, и с ним невозможно будет связаться. Я вот этого больше всего боялся. Я рад, что он дал свой канал. Это не фейк-канал, это, скорее всего, его, потому что он мне ссылку на него дал. Если вам тоже интересно, я оставлю ссылочку. А теперь я вам покажу эксклюзивные кадры, которые вчера вечером слили в сеть. Кое-что я спойлернул в Телеграме, а кое-что оставил для этого видоса. Потому что, когда это увидел я, у меня сразу на несколько седых волос стало больше. Эти кадры еще не видел никто. Я думаю, что вы все вчера видели вот этот скрин, где запрос на дигл Аурет был 1000000 голды. Казалось бы, ничего удивительного, кто-то закинул лям голды и поставил запрос. Да, действительно. Но вы, наверное, догадались, что, скорее всего, это Терс. Вы понимаете? Второй миллион. Первый он потратил на мой дигл. А это его 2 миллион. И что вы думаете? В этот момент Котя пытается продать свой дигл по этому запросу. И вот что происходит. Дигл выставляется на рынок, и запрос на 1000000 исчезает. Знаете, что это было? Это был фейк-запрос. Поставил запрос 1000000 голды,
слил немножечко голды, и когда ты пытаешься продать по этому запросу, запрос исчезает. Просто гений. Просто он всех забайтил и всех обыграл и переиграл. Мое почтение, Терс. Я не знаю, как ты вообще к этому додумался. Но и это еще не все. Терс специально, ребята, наводит шуму перед бурей, которую он задумал. И вот это меня как раз момент, который пугает. Это и есть плохая новость. Он специально слил в сеть, а точнее моему модератору с фейк-аккаунта пару кадров, которые мне модер перекинул. Я надеюсь, он байтит. Если нет, то это плохие новости. Давайте я вам их покажу. Вот такой вот скрин мне прислал мой модератор мне в личку. И здесь, ребяточки, на скрине мой дигл. И, как вы видите, Терс специально нажал на наклеечку и кнопочку стереть еще не нажимал. Но типа байтит, типа вот я сейчас отклею наклейку. Я очень надеюсь, что Терс просто делает шоу, разыгрывает какую-то комедию и, ну, просто хочет хайпануть на том, что он мне отклеит голдскулы. Потому что, отклеив один голдскул, мы теряем уникальность скина, который бесценен. Он не стоит миллион, он бесценен, потому что голдскул не продается, его невозможно купить. Ну, 800 тысяч, его же никто не будет покупать. А второй, третий, четвертый голдскул, это вообще фантастика. Ты их нигде, ни при каких обстоятельствах никак не получишь. Поэтому, Терс, я обращаюсь к тебе. Я знаю, что ты любитель отклеивать голдскулы со скинов. Ребята, он однажды выкупил калаш с голдскулами и уничтожил на этом калаше голдскулы. Ребята, он реально это сделал. Мне когда скинули эти видео, я просто офигел. Но сейчас немножко другое время и другая ситуация. Бро, я на этот дигл и голдскул даже не золото и деньги потратил, а часть своей души, частичку себя. Это мой контент, это мой скин, и он для меня бесценен. Бро, мне очень больно будет, если ты таким образом не только забайтил, а и реально совершишь это действие. И это еще не все. Он демонстративно, ребята, слил мой дигл за 0.03. Вчера мне скинули вот такой вот скрин. И это, ребята, не фейк. Он реально это сделал. Многие мои знакомые это увидели прямо в игре, не на скрине. То есть он слил дигл за 0.03 не холдику. Но я более чем уверен, что Терс это сделал на свой же аккаунт, ну либо на аккаунт своего знакомого. Ну, не может быть такого совпадения, что запрос на рынке стоял с ником не холдик. То есть это все Терс сделал специально. Играет на нервах. Я готов следить за этим шоу, я готов в нем поучаствовать, я готов принять твои условия, выполнить их. Но не трогай голдскулы на этом дигле. При желании их туда вернуть, мы это сделать не сможем. И ты в частности. Если ты хочешь мне вернуть мой дигл, я тебя прошу, я готов сделать все, что угодно, только хочу его получить в таком же виде, в котором ты его забрал. Шоу замутил ты прикольное. Но надеюсь, от него никто не пострадает. Увидимся. Ждем видос от Терса.